Они выходят на линию ранним утром и работают до позднего вечера. Это водители, кондукторы, контролеры, сотрудники ремонтной службы Великоустюгского пассажирского автопредприятия. Результаты их работы в нынешнем году были отмечены на самом высоком уровне. За текущий год у нас было таких два знаменательных события, две президентские награды. Это все-таки говорит о том, что наше предприятие работает качественно, безопасно, ну и со всей отдачей. И хочется сказать всем вам большое спасибо. Именно благодаря вашей работе, вашему труду мы заслужили эти награды. Заслуженные награды работникам предприятия вручили и в канун профессионального праздника. Благодарственным письмом губернатор Вологодской области награжден слесарь по ремонту автомобилей Сергей Репин. А его коллеги, кондуктор Марина Пожарская и водитель Сергей Храпов, отмечены наградами законодательного собрания области. В преддверии Дня автомобилиста в адрес работников ПАТП прозвучало немало слов благодарности. В условиях тяжелых экономических ваше предприятие развивается и технически покупается новый транспорт, более комфортный, более удобный. Да? И это тоже на самом деле очень здорово. Любая поддержка, которая возможна со стороны всех органов власти и области, и муниципалитетов, конечно, мы с удовольствием вам оказываем. Участвуем вместе в совместных проектах, строим какие-то автобусные остановки вместе, платформы. Предусматриваем компенсации на проездные. Это все делаем совместно, что очень здорово. То есть предприятия предоставляют скидки и муниципалитеты предоставляют скидки. За профессионализм и ответственное отношение к делу кондукторы и контролеры, водители и слесари, контролеры технического состояния автобусов поощрены наградами Департамента дорожного хозяйства Вологодской области, главы Великоустюгского округа, отделения ГИБДД и наградами предприятия.